Уже в 30-е годы возникла теоретическая вертолетная школа ЦАГИ. Из нее вышли знаменитые конструкторы Михаил Миль и Николай Камов. Сегодня в лабораториях ЦАГИ в тесном взаимодействии с отечественными конструкторскими бюро рождается облик современных вертолетов. Фюзеляжи с минимальным лобовым сопротивлением, новые винты с улучшенными профилями лопастей. Они позволяют увеличить крейсерские скорости, дальность полета и нагрузку новых машин. С конца 40-х в институте проводились испытания моделей вертолетов разных схем. Учеными разработаны основные принципы теории несущего винта. Мощный толчок развитию вертолетостроения дали исследования аэродинамических профилей несущих винтов. В результате в небо взлетели удивительные машины. Самый массовый и распространенный в мире транспортный вертолет Ми-8, боевые вертолеты морской авиации К-15 и К-25. Вертолет К-50 стал самым быстрым среди новых боевых вертолетов мира. В государственных испытаниях К-50 и Ми-28М по совокупности характеристик опередили лучшие боевые вертолеты мира. Осенью 1941 года ожесточенные бои развернулись на подступах к Москве. Гитлер приказал разрушить столицу советской страны силами авиации. Все для фронта, все для победы. С началом Великой Отечественной войны усилия ученых ЦАГИ направлены на совершенствование советских серийных самолетов. Улучшение аэродинамических характеристик дало удивительный результат. Без коренных изменений в мощности моторов или конфигурации самолетов скорости наших истребителей, бомбардировщиков, штурмовиков возросли на 40-50 км в час. Специалисты ЦАГИ провели испытания реактивных снарядов для «Катюши», добились увеличения кучности в поражении целей, предложили оптимальные варианты корпусов для торпедных катеров и военных кораблей. Но главное, идеи, рожденные в ЦАГИ, позволили конструкторам создать новые самолеты. К середине войны эти машины обеспечили советским военно-воздушным силам превосходство в дальности полета, скоростях, высотах и боевой эффективности. Советские летчики опровергли легенду о непобедимости фашистской авиации. Еще в довоенные годы будущий академик Сергей Алексеевич Христианович написал статью «Обтекание тел газом при больших дозвуковых скоростях». Эта работа сыграла важнейшую роль в дальнейшей борьбе за скорость. Истребители все ближе подходили к скорости звука. Стало понятно, максимальную скорость могли обеспечить только крылья новой формы. Они изучались в экспериментах на моделях. Впервые в мировой практике ученые ЦАГИ осуществили в эксперименте непрерывный переход к сверхзвуку. С помощью перфорации удалось регулировать скорость воздушного потока. И вот первый успех. При стреловидности крыльев 35 градусов истребитель МиГ-15 приблизился к скорости звука. Стреловидность увеличена до 45 градусов. В полете со снижением экспериментальный истребитель Ла-176 впервые преодолел звуковой барьер. Наконец, победа! Серийный МиГ-17 преодолел этот барьер в горизонтальном полете. Но скорость выявила и крайне опасные явления. Флаттер, который, казалось, был побежден в предвоенные годы, возникал неожиданно и легко превращал прекрасную машину в груду обломков. Опасные колебания разрушали шасси при посадке и взлете. При больших скоростях терялась устойчивость самолета. И снова специалисты ЦАГИ вышли победителями. Исследования Струминского, Красильщикова, Дородницына, Келдыша и Никольского создали фундамент для успешного практического разрешения этих проблем. Параллельно шли исследования крыльев другой геометрии. В середине 50-х конструкторы ОКБ Микояна выбрали совместно с ЦАГИ другую форму – треугольное крыло. Так родился МиГ-21. А в КБ Сухого запущены в серийное производство оба варианта – стреловидный и треугольный. Су-9 стал перехватчиком, а Су-7 – фронтовым ударным самолетом.
Как всегда, новые пути в авиации прокладывала работа с истребителями. Стреловидные крылья освоили конструкторы тяжелых и стратегических бомбардировщиков Ту-16 и 3М. Но сверхзвуковые скорости боевой авиации ухудшили маневренность машин и резко увеличили дистанцию при взлете и посадке. Путь, который мы предлагали, значит, для нашей промышленности, это использовать изменяемую геометрию. То есть сделать так, чтобы крыло на взлете и посадке имело минимальную стреловидность, близкую к нулю, имело большое удлинение, имело хорошую механизацию крыла и, следовательно, обладало высокой подъемной силой. При этом, поворачивая крыло где-то в районе 45 градусов, мы обеспечивали самолету хорошую дальность самолета, маневр и другие характеристики на околозвуке. А доворачивая крыло до больших углов, мы обеспечивали высокие сверхзвуковые скорости. Взлетает сверхзвуковой самолет с изменяемой геометрией крыла. Так получили путевку в небо истребитель-бомбардировщик Су-17, ударный самолет Су-24 и многоцелевой истребитель МиГ-23. И снова, вслед за истребителями, новые формы крыльев пришли в бомбардировочную авиацию. После длительных испытаний в ЦАГе в конструкторском бюро Туполева были созданы сверхзвуковой Ту-22М и стратегический носитель Ту-160. Все важнейшие достижения в воздухоплавании и авиастроении, увеличение скорости, смена материалов или силовых установок – итог совместного творчества ученых и конструкторов. И длится порой он не годы, десятки лет. ЦАГИ выступает и как эксперт, и как надежный соисполнитель всех работ. У нас есть термин «научное сопровождение проекта». То есть все работы технического плана по аэродинамике, по системе управления, по прочности, они проходят в лабораториях ЦАГИ вместе с представителями КБ. Вот эта дружба, этот альянс, он был и есть сильной стороной российской авиационной промышленности. Синтез идей, союз ученых и конструкторов – важнейшие условия развития российской авиации. Идет, я бы сказал, такой серьезный научный разговор. Я его даже не назову спором. Это серьезная дискуссия, где вскрываются те или иные положительные и отрицательные качества будущего летательного аппарата. И вот поиск оптимального компромисса мы проводим обычно вместе с ЦАГИ. Это очень важно. Возможности экспериментальных стендов аэродинамических труб ЦАГИ на десятилетия опережают развитие авиации. Экспериментальные методы дополняются математическими. Ту-144. Создавая этот самолет, ученые и конструкторы совершили своеобразную революцию в авиастроении. В этом самолете все. Двигатели, материалы, особая конструкция крыла, позволяющая уменьшить волновое сопротивление, все рождалось заново. Задолго до момента взлета ЦАГИ были рассчитаны и исследованы все особенности поведения нового самолета в воздухе. Тщательным образом проверялась схема дистанционного управления, продольная балансировка, способность самолета выдерживать критические режимы. Этот совершенный по своим аэродинамическим характеристикам самолет успешно прошел все летные испытания, совершил первые пробные полеты по трассе Москва-Алма-Ата.